ж, доброго ранку. Ще раз ми продовжуємо. Ірина Федоровська, Артур Зайон. Це все ще новий день. Ми його розпочинаємо, продовжуємо і підіймаємо вам настрій. І вже до нас завітав перший гість, чарівний такий чоловік, дуже гарний. І я хотіла провести з ним на початку розмову, та думаю, та хай чоловіки поговорять, тим більше на серйозну тему, а я послухаю, занотую і буду мати на увазі, яких чоловіків мені обирати в майбутньому, з якими там зачісками чи не зачісками, чи що. Тому краще я займусь кавою і передаю слово нашим гарним чоловікам. Так, дякую, Іро, за передачу слова. Отже, так, у нас сьогодні дійсно дуже цікавий гість завітав до нашої програми. Це Павел Заїка, майстер, перукар. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, я хотів би трошки підвести до цього, що у нас в Миколаєві є перукарня для чоловіків, в якої, власне, вони можуть прийти, вибрати собі стрижку, побрити бороду. І сьогодні ми, власне, з нашим гостем будемо говорити на цю тему, тобто про бороди, про стрижки, що актуально, що модно. Але перед цим, як розпочати розмову, я хотів би проанонсувати, що наш гість приготував подарунок для наших глядачів. Це сертифікат, власне, на похід до перукарні. Отримати його може кожен бажаючий, тож дзвоніть до нас до студії за номером, яким ви бачите на екрані, тож впродовж всієї програми можете дзвонити. Той, хто додзвониться, той, власне, і отримає сертифікат. Але хотів би нагадати, що перукарня для чоловіків, тож жінки, якщо отримають сертифікат, зможуть їх подарувати своїй другій половині. Отже, ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Ну, розкажіть, власне, перукарня, наскільки вона актуальна для чоловіків? Чи вона користується популярністю сьогодні, чи це, ну, знаєте, ми відкрилися так давно. Угу. От, нам тільки 3 місяці і ми довго думали, довго сумнівалися, стоїть ли нам відкривати, не стоїть ли нам відкривати. Угу. Ну, якби все пошло хорошо. Люди пішли з першого дня, люди розуміють, що це. Молодіж росте, розвивається, да, в нашому місті. Угу. От, і, в принципі, ми раді, що ми відкрились, люди йдуть. То есть люди есть. А скажите, насколько я знаю, в Украине это не первое, да, такое заведение? Да, в Украине это не первое. Как бы изначально это, конечно же, пошел Киев, Одесса. Как бы ребята работают уже более там 2-3 лет, да, вот что мы о них уже знаем. Вот. И вот в этом году мы решились тоже открыть свой барбершоп. Скажите, то есть вот у вас все прям как таких, как показывают в фильмах, да, то есть все классически, так вот бородобреете прям такие, да? Ну, прям, да, прям бородобреем, прям стоим такие, бреем людей. То есть, а вот в своей работе вы используете вот эту такую прям бритву настоящую, ну, вот эту опасную такую? Ну, как вам сказать, опасную? Опасная это, в моем понятии, это дедовская такая опасная бритва, которая точится ремнем кожаным, да, вот так вот. Но как бы у нас есть свои нюансы, есть безопасные бритвы, то есть... Приходите, посмотрите. Ага. А вот, то есть люди не боятся, да, то есть приходят и вы... Ну, людям это интересно. То есть у нас в городе это ново, да, таких больше заведений нет, мы первые открылись. Вот, ну, людям интересно, люди знают, что это, люди заходят уже с такой подачей, что они готовы меняться. Они не приходят к нам с определенным чем-то, да, мы хотим такую бороду, мы хотим такую стрижку. Люди приходят, люди меняются. Как бы развивается, да. То есть вы можете как бы посоветовать там что-то? Да, конечно, к нам ребята приходят не только стричься, у нас можно прийти, посидеть в приятной атмосфере, отдохнуть, выпить кофе, то есть, да. А можно жінкам прийти посидіти, попити каву, просто там подивитись як гарних чоловіків? Ну, как вам сказать, можно прийти, конечно, посидеть с нами, попить кофе, но если вы приходите с парнем, с другом, с мужем. Добре, підемо. Так, у мене запитання, можна я колись? Скажіть, будь ласка, що зараз модно? Як, от я бачу, ви з Артуром такі з бородками сидите, це зараз модно, так, актуально? Ну, і взагалі, да. Які тенденції? Розкажіть, будь ласка. Ну, смотрите, то есть мода йде дуже швидко, да, ми всі це знаємо. Вот. И как бы в данный момент самая такая популярная стрижка – это андеркат. Это андеркат, топ-кнот, то есть это выбритые виски, длинные верха. Бороды, само собой, пошли. Бороды пошли уже как года 3, да, вот люди начали отращивать бороды. Кому-то это просто их стиль, а кому-то просто впадло бриться, да, вот, ну, как бы такая вот штука. Вот. И, ну, уже более часто мы теперь встречаем, конечно, аккуратные бороды, потому что есть мастера, кто работает с этим, да. Вот, и я думаю, что это еще так, как бы, будет продолжаться года 2-3, это минимум.
Потому что молодежь подрастает, да, новое поколение, все хотят развиваться, отращивать бороды. Ну, как бы, я думаю, что эта тема будет еще актуальна. Да, вот по поводу бороды. То есть, вот, да, вот вы заметили, что многие отращивают сейчас, это популярно. Ведь, насколько я знаю, не как бы мало просто ее отращивать, да? То есть, нужен какой-то уход, конечно, что-то, конечно. Да? Ну, смотрите, вот в первую очередь, да, борода должна быть ухоженной у нас. Так. Вот. Мы используем натуральные масла. Mm-hmm. То есть фиксации для бороды, mm-hmm. да? То есть в любом случае это стрижка бороды. Она должна там хотя бы раз в 2-3 недели mm-hmm. нужно подстригать бороду, окантовывать, придавать ей форму, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот. Ну и плюс, конечно же, уход за ней. То есть mm-hmm. мытье, расчесывание, масла. То есть все как волосы на голове, да? Ну еще даже, наверное, пожестче, мне кажется. Казалось бы. Я думал, что все проще намного в этом плане. Нет, все немножко вот нужно смотреть. Да. А есть ли у вас, может быть, не знаю, какие-то планы вот на будущее, что вот хотите реализовать у нас? Да, но мы вообще решили, что мы хотим сделать такие, когда мероприятия в нашем барбере. Вот. То есть по вечерам мы решаем, что, наверное, каждую субботу мы будем проводить мафию, ну и все подобные такие, да, игры, то есть где можно прийти, отдохнуть, посидеть, поговорить, то есть... Планируем развиваться, дальше развитие. Да. Дружеская такая, да? Да, конечно, конечно, без этого. А вот еще вопрос. Вы у нас в городе, вот, знаю, у вас вы единственное как бы такое заведение? Или... Да, мы первое единственное первое, заведение, да? Первая мужская парикмахерская, которая рискнула вот так вот открыться. А, ну а как вот она пришла, вот вообще идея? То есть вы с друзьями так собрались или, ну, что? Мы или сидели... вы занимаетесь как-то вот этим вот профессионально? Ну, как бы мы работали в обычной парикмахерской, да, то есть обычная стандартная мужской женский зал вместе. Вот. Ну и давно-давно хотели, в принципе, вот разговаривали на эту тему, что пора бы, наверное, мужчин тоже приводить в порядок, да, так как нас привыкли, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, но на самом деле пора немножко уже менять эти стереотипы. Вот, ну, я же говорю, мы долго сомневались на самом деле, но вот пришли спустя определенный период времени к тому, что пора открываться. Вот, как бы открылись, но не жалеем, люди хорошо реагируют. Да? Ага. Людям это интересно, ново, спрашивают, интересуются, заходят. Ну, що ж. Можна я ще декілька слів? От ви кажете, що чоловіки мають бути гарними, там, не схожими на магбетяток. Ви пофарбований, у вас білий колір. Хотілося б від вас трішечки порад чоловікам. Хто, може, хоче фарбуватися або боїться? І взагалі, доречно, це які кольори? Тому що весна, всі прагнуть змін. От хотілося б від вас почути декілька порад в цьому напрямку. Ну, смотрите, це діло кожного, да? Тобто, кожен бачить себе по-своєму. Как бы я считаю, что не нужно бояться экспериментировать что-то новое. Это волосы, они отрастают, как бы ничего страшного в этом нет, да? Вот, ну как бы сказать, стоит ли, не стоит ли, ну это чисто у каждого свое мнение, да, по этому поводу. То есть я творческий человек, я работаю с людьми, мне это интересно, да, и вот так вот. Но если даже вы говорите, какие цвета, то сейчас, конечно, пошел такой пепел, седина, да, вот много пацанов, я сейчас смотрю, много реально пацанов ходят уже окрашенные... такие более пепельные тона, да, так сказать. И щенки так само, я лучше вам сказать. Ну вот, есть разница немножко в пепле, потому что женщины красятся пеплым фиолетом, да, забивают вот этот вот цвет. Но нам, конечно, желательно седой цвет. То есть не все мастера это знают, и когда приходят ребята в обычные парикмахерские и говорят, я хочу быть белым, то все, конечно же, мешают женские краски, но у нас немножко по-другому. А у мене ще одне запитання. Безумовно, є сміливці, да? Хтось там боїться, але хтось із сміливих приходить, от такі у вас таке замовлення, стрижка сама така, вау, extraordinary. Була, розкажіть нам, будь ласка. Да, вона, от лично у мене карма просто, наверное, такая, що ко мне приходят люди, или же с второй длиной волос, да, или же, не знаю, там, кучерявые такие, и им нужно что-то кардинально менять, вот. И вот, как всегда, они попадают ко мне, я не знаю, почему так, ребята приходят, длинноволосые, мы, конечно же, подсказываем, что им подойдет, как им лучше сделать, вот, стрижем, бреем, выводим формы, да, ну, люди остаются довольны, но, конечно, для них это ново. Потому что люди ходили с такой длиной там 2-3 года, да, они приходят, и тут им хоп, сразу под машиночку такие виски збрили, хохолок оставили, то есть, ну, людям нравится, люди. Самое главное, еще задоволені уходять. Да, это самое главное. Ну, что ж, добре, дякую. То есть можно сказать, в принципе, что Николаев вместе как бы со всей Украиной в тренде, да, то есть... Николаев растет, люди меняются, то есть, да, можно сказать, что да. Это радует. Я хотів би нагадати, що в нас сьогодні в гостях був майстер Прокар Павел Заїка. І хотів би також нагадати, що дзвоніть до нас до студії, сертифікат все ще розігрується, тож всі бажаючі можуть його отримати. Чекаємо на ваші дзвінки.
Я хотів би подякувати. Дякую, Павел, що прийшов до нас сьогодні в гості, поділився цікавою інформацією.